Noi am avut onoarea de a reprezenta Comuna Stăuceni la turneul internațional în cinstea maestrului în sport și antrenorul din Comuna Stăuceni, domnul Popov, și reprezentanțe care vedeți aici. În câteva cuvinte o să vă spună cum s-a petrecut acest turneu și ce lucruri s-au ocupat. Conducătorul echipei, prezentați-vă. Значит, что мы очень благодарим Стовчену, примарию и совет за то, что командировали двух ребят наших на турнир, посвященный памяти Филиппова, Попова Александра Филипповича. И что так получилось, что на этом турнире, довольно-таки большой всероссийский турнир, оба ребята, которые именно, значит, которые вы Стовчены командировали, один занял первое место, а другой второе место. То есть, значит, командировали от души. Мы очень рады и очень благодарны примарии и совету примарии за командирование. Потому что вы знаете, как сегодня любой выезд – это довольно-таки дорогое удовольствие. И мы, опять же, повторяюсь, благодарим Мара и Совет за командирование ребят. Женя Недялко у нас занял первое место на этом турнире, и Петр Янулов занял второе место. Да, турнир очень был на высоком уровне организован и прошел тоже хорошо. Наша команда выступила, вообще сборная Молдавии, соответственно, мы тоже неплохо выступили. Очень приятно было на этих соревнованиях выступать. Хорошие схватки были для опыта, для нашего борцовского опыта и для дальнейшего вообще. Я же могу сказать, что соревнования действительно нам дал какой-то старт, какой-то и финиш, окончание года, что мы закончили на хорошем уровне, на пьедестале, и будем надеяться, что так и начнем ее. Благодарим за организаторов, за поездку, и мы тоже их не подвели, в принципе. Voi s-a avut posibilitatea de a prezenta Comuna Stăuceni, de pristare și... Da, 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 Comuna Stăuceni вызывали прямо там и говорили, что... Да, там выступали за команду, они представили, что... Объявление было, были... Молдова Стăuceni. Да, две команды. И у нас есть соответствующие документы, протоколы, все вам отдадим, командировки, все вам отдадим. Они убедили. De numele Consiliul Local și a Comunei Stăuceni, vreau să zic că echipii mulțumesc frumos pentru această participare și chiar cu ocuparea locurilor de frunte. Vă mulțumesc frumos, succes, mulțumesc pentru întrebare și mulțumesc de echipii Comunei Stăuceni. Mulțumesc! Anul nou!